Всем привет! Вот и подходит к концу 2022 год. За это время многое изменилось в нашем курятнике, да? И сегодня мы с вами подведем итоги этого года, обсудим, что произошло за этот год, что такого случилось особенного. Кто у нас появился? Ну, давайте обо всем по порядку. Как вы помните, этот год начался с того, что у меня было очень мало кур. И в этом году, в начале года, я записал свое первое видео. Тогда у меня было только 5 курочек и петушок, как вы помните. Это был наш старичок Джоуи. Вот сейчас он сидит отдельно с болеющей курочкой. Это была вот эта курочка Пушинка. Стрелочка. Искорка. И Золушка. Да, у них были имена. Как вы помните, в первом видео я все это рассказывал. Можете посмотреть его. Ну... А сейчас у нас вот такая большая орда из кур, уток и гусей. Да. В этом году мы с вами проинкубировали немало яиц. Давайте вспомним наши инкубации. Ну, это было 2 инкубации куриных яиц, собственно, вот. Они ходят, эти яйца, и несут уже тоже яйца. Также у нас квочка высиживала цыпляток, вот этого, например, петушка. Еще мы с вами спасали утиные яйца, инкубировали. Помните, у соседей утка бросила яйца, и они два дня лежали без, ну, без обогрева, но при этом чудом в них еще осталась жизнь, мы их проинкубировали. Ну, доинкубировали, но, к сожалению, это охлаждение плохо повлияло на них. И когда... Вы будете меня перебивать? И когда настал день вылупа, утята начали наклевываться и умирать. И только 2, как помните, вылупилось. Очень слабых. Один там заваливался на бок, у другого был шпагатик. Но все же эти 2 выжили. Можете посмотреть, у меня и плейлист есть, там всего 2 видео. Об этих утятах. Ну и также мы с вами инкубировали гусиные яйца. Но, к сожалению, из них никто не вывелся. И поэтому мы просто купили 2 гусят. Это тоже все можете посмотреть у меня на канале. Есть плейлист про гусей, про гусят. Поэтому все это вы можете увидеть у меня на канале. Немало курочек и цыплят мы лечили. И когда они вылуплялись, мы шпагатики им лечили. И помните, мы операцию цыпленку делали. У него там пуповинка не до конца через желточный мешок не до конца втянулся. Мы лечили курочку вот эту, которая тут опять у нас приключения с ней. Вот эта курочка вообще отказывалась от еды, ничего не кушала. Мы ее кормили насильно. Это было еще давно. Это я не снимал. И мы ее вылечили. А сейчас у нее опять что-то с крылом. Ну, под крылом ранка, как помните. Сейчас покажу. Тихо. Ладно, не буду сейчас ее сильно беспокоить. А вот недавно эта курочка болела. Можете посмотреть видео, как я ее лечила. Она вообще там при смерти была. Также у нас все куры переболели коксидиозом. Мы их спасали. Поэтому многого приключилось в этом году, как хорошего, так и плохого. Но, по-моему, все же больше всего хороших событий и новостей. Очень много воспоминаний. Могу сейчас перечислять и перечислять, конечно. И как мы от квочек лишних избавлялись, да и сейчас избавляемся. Ну, я имею в виду, сгоняем их с гнезд. Как у нас Пушинка решила усесться только под конец лета. Также в этом году у нас появились замечательные индоутки. Это селезень белый и 3 уточки разных цветов. Вот коричневая, черно-белая
и беленькая. Кстати, у них тоже я придумала имена им. Снежок, зефирка, шоколадка. А вот этой уточке я пока не могу придумать, но, скорее всего, она будет красавица. Не знаю, меня как-то так утку звали. Потому что красивая. Ну, это моя любимая прям. Вот так. Так что в начале года у нас было 5 курочек и петушок. А, кстати, 5 курочек. Еще же была у нас декоративная курочка бентамка. Но, к сожалению, она погибла. Застряла. Ну, мы сначала ее не нашли, помните? У меня видео есть, то, что она пропала. А потом я ее нашел мертвую. Поэтому вот было 5 курочек. 4, которые сейчас есть. И одна бентамка. Ряба. И вот из этого всего сейчас у нас 29 кур, 4 петуха, не считая тех, которых мы еще продадим. 2 гуся, которые любят покричать. Да, гуси? Клёпа и Мартин. И 4 утки, индоутки. Вот так вот мы выросли. Также хочется отметить историю про щенков. Как мы нашли новорожденных щенков, спасали их. Ну, как спасали? Кормили, искали им дом, но так всеми не нашли. Про них будет отдельное видео уже в 2023 году. Потому что там осталось 2 девочки. Как вы помните, оставалось 3 щенка, еще мальчика вы пристроили. Ну, там длинная история, там возвращали щенка. Все увидите, все расскажу. Ну и по итогу сейчас осталось 2 девочки, с которыми как бы случилась беда. Они живы, с ней все хорошо. Скоро будет видео, все расскажу. Так что мы с вами еще и спасли и нашли дом щенячкам, щенячьей жизни. Вот такие ручные курочки. Да, курочки? Как кошки. А вот наша удивительная курочка Ухелюй с белым оперением. То есть у нее кожа черная, лапы черные, вот видите, гребень черный, но оперение у нее белое. Какая-то вот такая произошла мутация, и альбинос какой-то появился. Также вот петушок с больным глазиком. Помните, тоже вот мы его спасали, забыл отметить. У него сейчас осталась вот небольшая пухшесть под глазиком, но основное мы вылечили. Уточки. Грязные все. У нас Новый год будет встречаться не в снегу, а в грязи. У нас за эту зиму еще снег даже не выпал. Не знаю, выпадет ли. Поэтому у нас грязь пока что. И также большое спасибо хочу сказать вам, мои подписчики, за то, что вы меня поддерживали, за то, что вы смотрели мои видео, ставили лайки, писали комментарии, давали советы. За все это хочу сказать вам большое спасибо. За этот год нас набралось 500 подписчиков, но потом из-за того, что я сделал паузу в видео, их убавилось до 450, но это ничего страшного. Сейчас постараюсь снимать побольше. Большое вам спасибо, что смотрите. Надеюсь, вам нравятся мои видео. Всем большое спасибо. В 2023 году постараюсь снимать еще больше видео. Постараюсь сделать их более интересными, познавательными. Постараюсь снять много видео именно на полезные темы, да, какие-то. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, исполнения ваших мечт в Новом году. Ну и, конечно, мирного неба над головой. Всех с Новым годом!